приехали мы в пещеру. По маршрутизатору сейчас посмотрим. Это находится она вот вон там. Вход. Сейчас там готовят фонарики, каски. 250 бат с человека. Ребенок бесплатно. Вот в эту вот штукенцию мы будем заходить сейчас. Так, Хлам Кейв. Название такое тяжелое. Ну, Хлам. Надеюсь, что это правильно мы произнесли. Хлам Кейв. Так, ну, сейчас ты начнем. Нет? Сюда проход. Так, ладно, Катя, поползли мы. В пещеру. Кнопку надо нажимать. У нас гид какой-то. Папа, ты прям... Он говорит по-английски, но, папа, честно говоря, вообще папа, ничего не понятно. Папа, зачем сейчас такая? Так, ну мы вот стоим в преддверии новых входа, приключений. Новых приключений затерянного мира. Конечно, невероятные виды прямо встречают вас сразу возле входа. Это что-то наподобие воронцовских пещер, нет? Ну, красиво, конечно, просто невероятно. Beautiful cave. Yeah, that amazing the Thailand, you know. Mm-hmm. You can see some the mess from the mm-hmm. Thailand. And then don't touch the end of the water. Water, yeah. Don't touch. Don't, I know. Don't touch. Mm-hmm. Oh, you see? Yeah? Wow. Next time, if you see you Scott, we can be sure like 10,000. You can buy. Она из них же образуется потом из воды взять. Да, да. Вау. Окей, это ходит. Еще извинят. А эту можно. Такой звук интересный, конечно. Вот, надеюсь, нам можно было стучать, потому что что. Ну вот это красиво-то как, а. А он идет, и даже это, ему по барабану. Иди вперед, пока поснимаешь. Как убедить? Это летучая мышь. Ой-ой-ой. Вау. Джей. 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 Нифига себе, они тут еще такой помост прямо сделали конкретный. Аккуратно, говорит, спускаться нужно будет сейчас. Нормально все, Ильич? Виды, конечно, ребят, тут просто amazing. Фантастик. Фантастик. Я даже не знаю, так. Okay, я даже... Мы одни, никого не... Да. Света не хватает, конечно. Вот я сейчас свечу. Вода прозрачная такая вот. Так, аккуратненько. Здесь вот не видно, вот есть ли кто там. Нету никого. Я увеличу. Но света не хватает. Надо еще фонариков, конечно. Шикардос, конечно. Это какие-то невероятные виды тут. Easy to fall.
Ой, больше стало тут. Да, могут напасть. Если чего вы им не понравитесь. Экскурсия такая. Цепились такие к этой пещере и висят. Да. Слегка сложновато в плане физ нагрузок. Без нагрузки, ладно, вынести можно. А вот дышать тяжеловато здесь, конечно. Влажно. Two women. Такие локаторы у него так чуть-чуть двигаются. И вот, наконец, свобода. Ну, без каски здесь реально делать нечего. Классно, влажно, познавательно, красиво, сногсшибательно. Что там? Ну, дядька объясняет, в принципе, слегка. Даже не слегка, в принципе, все понятно. Единственное, некоторые слова он говорит так непонятно. И он вообще, походу, видит в темноте. Потому что идет, не ориентируясь вообще совершенно. Еще одна пещера большая. Находится прямо возле входа. Ничего не видно, солнечная бы погода, конечно, но озеро большое здесь такое, конкретное такое, здоровое. Вдаль уходит. Метров, наверное, ну, 60 точно есть, если не больше. Решили заехать на какой-то местный рынок, остановились тут через дорогу. Что-то прямо здесь много машин. Заинтересовались, думаем, забежим, посмотрим, что здесь есть. Пикапчики они так любят, так, конечно, занижать. Очень жестко. Че я, грязный? Клет есть такой, в чумазой. А, тут все будут сейчас смотреть. Вон тетки все в пэтах, как в паранжах, да, глаза одни торчат, а Света тут в шортах, блин, идет. Сейчас мы тут камнями нас закидают, а чувствую. Какой-то свой. Направо пойдешь, еды найдешь. Налево пойдешь, сувениров найдешь. Да, пиратские шапки какие-нибудь, а где футболки, футболки, бедняжки какие-то продают он. Он шаурма продает совместные по 50 баксов, 50 бат. Очень сильно реагирует на Гордея. Смотрит, он такой маленький, беленький. Сегодняшний день у нас начинается с храма пещеры Тигра. Такой открывается вид с парковочки, мы только что вот подъехали, а вообще люди поднимаются вот туда на вершину, по ступенькам, и, наверное, видят какой-то замечательный вид. Но сегодня погода дождливая, так что посмотрим, будем ли мы подниматься или нет. Но до храма, по крайней мере, попробуем дойти. А вход начинается здесь по поводу... Написано, дети бесплатно, значит, да, что-то платить нужно. Дети написано бесплатно. А он строится только, это строящийся храм. Его подняли вышку, но уже это как его. И это как его. Hello. Two. And baby. Дейка. Так, мы оставили свою запись и номер телефона. Надеюсь, нам кто-то позвонит. Вход бесплатный, но нужно донаты оставить. Так, ну, вход бесплатный, но так ненавязчиво. Тут у вас на входе подзывает женщина, типа, запишите номерочек телефона, ваше имя. Типа, проходите бесплатно, но положите донаты. То есть, это как бы, как понять? То есть, вроде бесплатно, но возьмите... И положите деньги пожертвования. На входе встречают небольшие статуи.
король, королевы, тигры, статуи божеств, демоны, Будда. Идут вот туда, вот дальше идем вглубь, углубляемся в территории. Ну где обезьяны, там надо быть осторожным. Все держим на себе. Погнали. Так, вот она, лестница, которая ведущая наверх. Уже с такого резкого подъема начинается. 1200 ступеней. Это бетон. Мощно, конечно. Не знаю, но это вообще дерево какое-то показ или что? Пусть череп, что как будто птица такая огромная. Если вот так вот посмотреть, то это как будто клюв. Шикарно так, конечно, здесь все выглядит. Монахи здесь с Буддами. Так, ну мы повязали ленточку на все наши начинания и дела. Место красивое, монахов всего пару, читают какие-то молитвы, когда где-то повязывают. Так, поднялись и попали в пещеру тигра. А, кидать? Да, сюда, ага. Судя по тому, что здесь очень много монет. В дне гордей решил тоже такой же сделать себе веревочку, повязать на ручку. Так, еще хотелось обратить внимание, что вот возле кассы есть сразу вход с подъемом в пещеру тигра. Просто табличка как бы спиной стоит, и, соответственно, ее не видно даже. Все проходят мимо и идут в ту сторону. А пещера тигра вот вход. Она на входе сразу. Она на входе сразу, да.